Всем привет, меня зовут Серега Боров, специально для журнала Guitars Magazine. Сейчас я покажу вам, как играть песню из репертуара групп Коррозия Металла и Боров Бенд под названием «Черный террор». Вступительный риф, он играется в темпе, ну, обычно до 200, потому что быстрее обычно уже получается каша. А медленно он играется таким образом. Еще можно показать песню там, ну, я не буду все, наверное, да, я сделаю там вот эти вступительные рифы известные, как говорится, ну, чисто мелодические. Смысла показывать, она и так размерена. Еще можно вот сказать такой показательный риф известнейшей песни, тоже из репертуара тех же коллективов, называется Crazy House. Она так, в общем, достаточно оригинальная и, как выясняется, как говорится, претерпела испытание временем и, в общем, даже интерес вызывает у многих западных даже исполнителей. То есть здесь сама фишка не в самом, то есть, как это сказать, чесало ее такого типа, или как мы говорили, джи-джи-джи-джи-джи, а вот в этом здесь не две ноты, а три, то есть... вот этой части определяет, в общем-то, всю песню, потому что я слышал, как ее пытаются играть молодые ребята, они играют формально по одной, а здесь именно то есть как бы такой псевдотриолит. А это бонус-трек.